Привет, ты смотришь «Фастфуд», возможность самой быстрой новости. Поехали! Россия планирует приступить к колонизации Луны в 2030 году. Цель – создать в середине века обитаемую базу на Луне и лунный полигон с возможностью добычи на спутнике Земли полезных ископаемых. Международная группа археологов обнаружила захоронение додинастического периода в районе древнеегипетского города Иераконполя, гробнице 5600 лет. В рамках борьбы с иностранной разведкой американские моряки не могут просто взять с собой в плавание iPad или Kindle. Эти устройства запрещены на борту. Чтобы несчастным не приходилось возить с собой целые библиотеки, военно-морской флот США создал NERD – Navy E-Reader Device. Австралийские миллиардеры Джеймс Пакер и Дэвид Ганджел подрались около одного из пляжей Сиднея. Как сообщает Zee News, причиной стычки стала известная модель Миранда Кер, постоянная подруга Пакера. Футуристического вида трехколесный автомобиль, созданный студентами из Квебека, способен пройти более 4500 километров на одном галлоне бензина. Проект стал победителем эко-марафона Shell, прошедшего на прошлой неделе. На этом у меня все. До встречи. Пока-пока.